Что, приветствую, мы продолжаем с вами проходить DLC Metro Last Light. И продолжаем с вами находить собственные вещи. Да, у нас осталось совсем чуть-чуть. То есть мы половину уже нашли, нам осталось совсем чуть-чуть. Удачи, сталкер. Вот, поэтому, значит, подобно надевать плюсик, когда кушать, причепить кофе или птицу для нового просмотра, мы, собственно, продолжаем проходить DLC. Если не видел прошлой серии, случай постоянно находится на полдыть, по-моему, проходим на игре или подсказочка чуть ниже описания, надо спускаешь, там будет прошлая серия, да, и также прикреплена, также проблема по полдыть, по-моему, прожить на игре. Вот, а мы с вами, собственно, начинаем. О, привет! Собственно, в прошлой серии мы с вами закупились. У меня осталось всего лишь один патрон такой. Блять, это вообще пиздец. Как это нахуй проходить? Я хуй его знает. И стоит ли это проходить? Ну, а попробуем пройти, почему бы нет. Раз уже начали, почему бы не пройти, да? Погнали, короче, отсюда. Нам нужно с тобой вон туда идти. Как ты понял, радиация очень сильно... Короче, расходует эти... Как он называется-то? Фильтры очень сильно расходуют. Ой-ой-ой, чуть не откис, блять. Так, сколько у нас осталось с тобой? 3.27, нормально, наверное. Здесь больше у нас ничего нет такого. Давай посмотрим, что у нас здесь с тобой есть, собственно, да. Не, здесь у нас с тобой ничего такого нет. То есть еще ни в входе, ни выхода никуда. Очень сильно расходует, очень сильно расходует. Фильтры быстро расходуют. Так что давай с тобой гоняем туда. Здесь тоже ничего такого, кстати, нету. А тихо. Получается, нам только вон туда, да, идти с тобой? Вон туда. Угу. Все, это последний фильтр, самое интересное, кстати. Там у нас еще нет, у нас на 5 минут еще есть. Блять, ты что, мразь? Пиздец, охуел он. Нет. На, ёпта. Поехали. Так, вот здесь у нас ничего нету рядышку. Нам получается вот сюда с тобой падать в любом случае. Блять. Еще. Ну вот, да, мы отсюда. Вот мы падали, и нам получается вот сюда с тобой в любом случае в библиотеку идти. Что я могу здесь найти еще? Что я могу здесь найти, когда я все здесь обыскал, блять? Нихуя ровно, что там, да? Ну, я здесь упустить ничего не мог. Там тоже особо. Если первым делом все проверил, вот смотри.
Здесь у нас с тобой все, блять. А, охуенно. Так и должно быть. Пиздато. Ну, типа, здесь я все нашел. Все, что можно, здесь я нашел, грубо говоря. Знаешь, у нас тут путь с тобой только один. Можно, конечно, сюда сгонять еще. Но для быстрого передвижения тоже, кстати, самое интересное. Но этих у нас аптек с тобой нету и не будет, самое интересное. Нам с тобой только вот сюда, блять, что-то лутать, что-то. Ну, вон туда, думаешь, получится пробежать. Я думаю, ну, попробуем. Я думаю, нам там пизда будет. Да, нам здесь пизда. Большая пизда будет. Нам здесь с тобой большая пизда сейчас будет. А, нет. А, то есть можно сюда пробежать. Да ты гонишь. То есть нам просто нужно было вот там сюда пробежать, серьезно. Ну ладно. Я думал, уже настолько все плохо. Давай налутать, что здесь есть. Там, где у нас был бой с этим библиотекарем. Да. Но он сказал не провоцировать. Хорошо, не будем провоцировать. Сейчас туда придется идти, да. Да, да, да. Так и знал. Ой, ну погнали, чё. Thank you.
Ты же не будешь меня бить? С нихуя. Ты же не будешь меня бить? Я надеюсь, нет. Но он странно шел на меня. Ну, все, иди нахуй, тварь. Че, его все бубешнул? Сукина, блядь. Так и знал ты, что нельзя тварить ты, блядь, верить. Ладно, окей. Погнали. Погнали заново туда, блядь. Ты тварь такая. Вот нельзя ей верить, нельзя этой хуйне верить, блядь. Рот ебал, блядь. Увижу сразу. Бам, ёпта, и все. Пошло-поехал, как говорится. Поехал. Похуй на них, погнали сразу же. Блядь, иди в пизду, ёпта. Да сосёшь, блядь, сосёшь, отсосёшь, мальчик. Все, иди нахуй. Соси, бибу. Ты охуел, что ли? Взял, задел, блядь. Что с игрой не так, блядь? Скажите мне, что с игрой не так, а? Что с игрой не так? Поехали. Ну просто будет такой себе, если их там много, понимаешь? В этом есть прикол. Если их там много, будет такой себе, конечно же. Тварь. Смотри, что там. Сейчас он сам должен восстановиться, по идее. О, как хорошо лута здесь. Довольно-таки хорошо здесь лута. Да, да, сейчас, блядь, встретимся, это, блядь, не похуй будет. Видишь, мужик сказал, просто следите, не вызывайте его на драку, блядь. Просто следите за ним. Блядь, я что и делал, просто смотрел на него и все. А он взял, значит, так, знаешь, такой, ну, чел, ты мне не нравишься, бам, и все. Ну, то есть, это, хочешь сказать, это дело, да? Это дело. Это, типа, ну, так и нужно, да, хочешь сказать? 8 февраля 2033 года, 2.47. Библиотека имени Центральное хранилище. Да пизда ему сейчас будет, понимаешь? Да, 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 мальчик. Рассказывай, блядь. Я в полном прохождении видел, как он не нападает. И сейчас вижу. Если бы он меня не тронул, я бы тогда его тоже сейчас не трогал. А он, понимаешь, ему... Ну, пихуй. Ему все равно, понимаешь? Ну и значит мне тоже будет. Ну а что, он сам начал, ну согласись, я просто смотрел на него, грубо говоря. Ну что, тварюга, я готов. Давай, где ты, блядь? Ну давай, 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 давай. Давай, 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 давай. На, ёпта, на, ёпта, на, ёпта. Шо с ебальничком? Давай, 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 давай. Я жду тебя, я жду. Ну, я тебя жду. А типа не засчитываем урон, да? Что, блядь, такое нахуй, а? Ну что-то, что-то. Плаки-плаки, все, блядь, да? Че ты рычишь? Давай, спускайся, ёпта. Ебанат. Ну похуй, да, то есть?
Ну шо ты, давай, блядь. Смотрите, блядь, он дерёт со мной ещё, блядь. Ебанушка, блядь. Чё, плаки-плаки, да, ёпта? Чё ты, блядь, а? Плаки-плаки, да? Здесь, блядь. Ну он сам начал, ребята, он сам начал. Он, ой, он там дальше тоже такие же будут. Там их было, помнишь, было и по двое еще. Жуть, конечно, будет. Жестко будет, жестко. Реально. Вот реально будет жестко. Так, ну здесь вроде ты не пройдешь никуда, здесь тоже, поэтому придется туда дальше идти. Ну пошли, чё? Так здесь проверим, здесь ничего больше нет такого. Вроде бы здесь больше ничего такого нет. Но главное, что у нас осталось еще на последний, да, путь. Я думаю, давай сейчас вот это мы сейчас используем, потом еще один используем, потом уже, когда там будет там 2 минуты с вас, пойдем уже обратно, по крайней мере. А если бы я раньше знал, что сюда можно было просто добежать, знаешь ли. Так, чё у нас, сколько с тобой там предметов-то? Раз, два, три, четыре. А, ну надо еще одну найти, короче. И можем идти обратно, в любом случае. Еще одну предмет надо найти, короче, мы можем с тобой, собственно, идти. Да. Так понимаю, это мы смотрим, о, мы смотрим за кого-то, да? Да, когда мы играли за главного, короче, мы смотрим, сейчас играем за кого-то, кто параллельно нам, по основному сюжету, да, находился в полисе, грубо говоря. Все это комната залутана, если что. Идем с тобой обратненько. Смотри, смотришь, смотри. О, промахнулся, блядь. Ха-ха, блядь. Погнали обратненько теперь. А то чё нам? А ничего, блин. Бля, надо патроны еще на дробаш купить. 100%. Ля-л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 я
А зачем я его сейчас использовал? Ну ладно. О, добрый вечер. А я вас как ждал. А что там, появился-то, блять? А зачем там появился вообще? Ты можешь сказать вообще, ну? Смотри, сейчас опять нужно будет от них отбиваться, это вообще забей будет. Да? О, нет. Просто так впустили, ладно. Нет, не нужна пока. Хотя нужна вообще, но не сейчас. Как-то не вдохновляет. Еще угораешь, что? У меня в детстве такая же была. Да. Не густо. Держи. Ну, 165. Доброй охоты. Да-да, благодарю. Так, надо, короче, с тобой купить один. Ну, по рукам. А, потом вот это продаем. Покупаем вот на дробаш 100%. Ну, так нам хватит, я думаю. Покупаем с тобой, собственно, аптечек сколько раз. Три нам хватит спокойно. За глаза. Ну ладно, еще одну эту купим. И погнали, короче, сохраним сейчас и дальше пойдем. Потому что там много чего можно, реально. Ну, залутать, собственно, очень много чего можно. Вот, главное захотеть. Ну смотри, мы уже сколько? За две серии, да?
Это третий, считай. Ну, почти, короче, за три серии, грубо говоря, почти все. Итак, уже, видишь? Что у нас тут? Уже почти все нашли. Я думаю, самое сложное будет найти карты метро 2, карта метро 2. Хотя хуй его знает тоже, знаешь ли. Поехали сразу же. Какие-то твари орут, блядь. Да уж. Здесь мы все уже облутали, здесь вообще нет смысла что-то лутать, что-то смотреть. Мы здесь все облутали. Мы сейчас идем прямиком туда. Не здесь? А, здесь нихуя. Так, забись, отдышка идет, отдышка. Интересно, вон там ничего такого нет, но там, видишь, вроде нельзя пройти, там, видишь? То есть здесь, хотя, да, попробуем сюда, сейчас полностью отдышимся сейчас. Попробуем туда пробежать, посмотрим, может там что-то тоже лежит. Потому что вот здесь что-то лежало, видел, чемоданчик мы нашли. Нет, туда не пройдешь. Забей, туда не пройдешь. Ну, погнали тогда, ладно, дальше. Блять, он снова здесь. Снова заспавнился, прикинь. Ну, ёбок, ёпта, алё. Давай, прыгай сюда, блять. Я здесь чтить не буду, ты в курсе, блять. Ну, отсосал, блять. Чё ты, блять? А чё ты в крысу-то бьёшь, а? Шо, обиделся, что ли, блять? В крысу ещё бьёт, нормально всё. Прикинь, опять зареспавнился здесь, блядь. Все, надо будет каждый раз избить. Алло. Он убежал, смотри, блядь, спрятался, все, блядь. Да, давай. Угу. Плюс патрончики. Ну кто знает, может там сейчас дальше тоже, знаете, будет что-то. Кто знает. Шо? А, бля. Ну давай уже до конца. Так, смотри, какую мы комнату облутали? Вот эту комнату мы с тобой точно облутали. Так, погнали вот сюда тогда. Погнали сюда лутать. Не слишком густо, говорит. Иди сам сходи, ёпта, найди. Слишком густо, ему не слишком густо. А для чего здесь такой заворот? Для шкаф какого-то, да? Который был когда-то. Я понимаю, это просто выживалка, да? Типа нам дают... Или бы тут что-то будет, не знаю, какой-то доп-сюжет, доп-контент. Ну, получается, доп-контент, типа выживалка, и, понимаю, нам показывают то, что... Через диалоги, по крайней мере, намекнули, что этот персонаж был параллелен нашему персонажу, то есть Артему, да? Когда мы были в основном сюжете, когда мы проходили основной сюжет. Поэтому... Ой, блядь... Ну давай. Ой, блядь. Еще сзади появился, видишь там? Видел? Там еще сзади появился он. Я думаю, что за эту комнату, в принципе, последняя здесь. Да. Наверное. Там какой-то выход есть.
Как я помню, когда ты ходишь на картонах, им на тебя вообще все равно. Ну, вроде как. Да, когда ты ходишь на картонах, им на тебя все равно, вроде как. Поэтому ходим чисто на картонах. Ну, типа, блядь, видел, я сюда зашел, там сразу один. Один, блядь, был. Один был наверху, другой сзади меня появился. Но это бред же, бред. Поэтому ходим с вами на картнах. Как я знаю, когда ты на картнах ходишь, либо типа светом не палишь, да? То им на тебя вообще все равно. Но проверим, что. Надеюсь на это, знаешь ли. Что-то было как кстати. Я шпрёт так, но... Такая же, кстати, анимация, как у нас была тогда. Помнишь? Ну, это не серьезно. Ну, посмотрим сейчас, кто кого, блядь. Блять. Да тварь ебаная, иди отсюда, блять. Просто пиздец у твари, блять. Ебись. Хуйня того не стоило. Что сейчас было? Ладно. Мышку, блядь, стопоримся. Мы пошли куда-то сюда с тобой.
Мы об мышей стопоримся, нормально. А, это в их логово, наверное, да? Бать. Не, пока сюда не пойдем. Давай на следующий заход сюда пойдем. Откройся сразу. Пошли пока что, ну. Вот здесь прямее пошли. Я же в любом случае сюда, наверное, пришел. Ради чего? Ну вот. Я по факту, прикинь, как он сейчас жестко рискует. Он без костюма, без всего рискует жесткой жизнью. Для того, чтобы заработать монеты. Ну, скажу, заебись, заебись еще. Такойся. Так, ну три, да, пока мы с тобой нашли. Но это мы пришли только в это место, по идее. Что это, блядь. Здесь мы были. Ну, в ту комнату мы с тобой еще не ходили. Блядь, тварь ебаная нахуй. Где выход отсюда, блядь? Бля, вот хуеплёт, прикинь, смотри, что сделал. Ты видел, что сделал этот хуеплёт? А где выход? Мне вот это интересно просто. Ну давай хуй лучше, блядь, что, хочешь подраться? Я бы тебе не советовал, знаешь ли, блядь. Где выход, подожди. Я чуть запутался. А, вот здесь, наверное. Да. А вот здесь что у нас? Надо, чтобы быстро вернуться. Окей, я понял. Дату поменяем. А, все, у нас нету с тобой, прикинь. Ни фильтра, ни хуя. Ну погнали, еще быстренько добежим. А, нет, смотри, что-то другое. Вообще другая локация, слышь? Вообще другая локация, блядь. Вообще другая локация, слышишь? А, бля, можно... А можно обратно нам, не знаю. Да, вот, можно, видно. Да, вот, все, подожди. Пошли обратно. Да, это как раз одно из тех мест, где... Да-да-да, все-все. Мы просто с другой стороны, понял, открыли с тобой это дверь. Интересно. Фильтр-то больше нет просто у нас с тобой.
Да, да, твари ебаные сейчас еще сюда налетят. Давайте, блять. Ну, типа, прикольное дополнение. Я, в принципе, так и думал. Ничего удивительного. Блять, что? Ты угораешь, блять? Прикинь, просто взяли, закрыли перед нами дверь, нормально. Все хорошо, если что. Можно вот это себе продать? Там она, мне она не особо нравится, мне она не особо так сильно и не нужна так. Фармим, фармим, фармим. Открой, ёпта, ты. Так, может. А, три всего лишь принесли. Ну ладно, тоже ничего. Ну, что получается? Держи. 188. Будь там поосторожней. Бля, по-хорошему, 225, либо 200. Лучше вот это взять, лучше вот это взять, да. Так, мужик, давай-ка я тебя продам. На, держи. Чуть за хуйня, блядь. Да еблан, что ли? Да. Но с другой стороны, нам нужно сейчас и патрончики взять, да? Ну вот смотри. Отлично. Вот это я возьму. Мне еще фильтры нужны. 123, хорошо, оставляем 123 пока. Давай еще возьмем. Идет. 113 у нас с тобой, собственно, этих патрончиков. А еще бы, знаешь, еще попробую взять. Выспался, блядь. Спишь, как хуй знает, блядь, пиздец, что за звуки, блядь. О, по пятерочке, давай. Как раз возьмем, почему бы нет. Давай сохраним сразу еще раз. Да, здорово. И погнали, что, погнали. Нам с тобой осталось по факту. Сколько вещей нам с тобой осталось найти? Раз, здравии. Два, три, четыре, пять. Пять вещей нам с тобой осталось найти. Пять. Поехали. Пять вещей и все, в принципе. Я думаю, давай за эту серию мы найдем с тобой, я думаю. Они как раз там внизу, я думаю, сказать, куда я не спустился. А куда мы две с тобой? А, вот это мы с тобой две открыли, короче, прикинь. Прикинь. Бля, ну мы... Давай туда соберемся. Даже давай сейчас быстренько здесь отсейвимся. Я хочу туда дальше сбегать, что там еще есть. Там явно что-то есть. Погнали, сбегаем, посмотрим. Не, ничего нету здесь. Там ничего нету, вообще ничего. Ладно. Буду знать, буду знать. О, теперь вот это. Во, смотри, что у нас теперь есть.
Ой, да. Фонарь быстренько, да. Сейчас давай сюда отцепимся с тобой здесь. Ну лучше по-хорошему реально, чтобы это фильтр так часто не пыль, они потому что дорогие. Хуеплёт, блядь. Смотри, сразу убегает тварь, блядь. Давай, прыгни. Бля, жестко. Все. Что ты? Отсосал? Я так, в принципе, и думал, блядь. Знаешь. Ну, бля, он здесь потом опять зареспавнится, реально. Причем сразу же, вроде бы, да? Так, это мы... А давай посмотрим, можем наверх туда прям? Не, не можем. Только ниже спуститься и вот сюда. Туда мы ходили, нам теперь только сюда путь. Да. У нас путь только сюда. Теперь. И он причем в одну сторону. Пока что. Такое. Опа. Бля, а там мы еще подняться можно вот. Да, это их логово, кто помнит по сюжету, мы проходили. Это их логово. Причем. Бля, ну тут явно что-то будет валяться вот здесь именно, да? Блять, здесь нужно будет сейчас входить. Пошли, я уверен, что здесь нам прям надо будет прям лазить везде, блять. А по-другому здесь никак, ребята, к сожалению. Чтобы что-то найти, здесь надо прям лазить, все облазить. Все щели, блять. А здесь сейчас еще вот эти, это же их логово еще, это же вообще забейте, сейчас что будет здесь. Ну, бать, что такое? А, во, можно здесь, смотри, залезть наверх.
Не, здесь вроде ничего такого. И нет, сюда я так не заберусь больше, мне придется соло. Бля, такие звуки вообще пиздец. Страшные. Звуки максимально страшные. Так, можем сюда пойти? Пошли сюда сходим. Еще бы сюда не сходить. Здесь дверь закрыта. Хотя, в прошлый раз мы сюда проходили. Ну, по сюжету мы туда проходили дальше. И вроде бы вот эта лестница наверх больше не было. Здесь она, видишь, есть. Собственно. Ну поехали, чё. Бля, я еще не удивлюсь, если мы в их лого пройдем, и там что-то надо будет сейчас ходить, искать. Блин, разработчики, ну это будет полная хуйня, вы в курсе? Ну да, нужно спускаться, короче, прикинь. Блин, ну здесь среди... Что это такое? Куда-то все открыли, смотри, какие-то... Куда-то все путь все открываем. Сюда явно нельзя, то есть мы еще наверх. А, во, смотри! Вот, открылся путь. Все, это что, возвращаться обратно. Так, ну у нас с тобой пока терминал только. Хе. Интересно, да, получается? Погнали, все. То есть сюда можно бежать еще, если хочешь обратно. Все, я понял. Погнали, потихонечку. Я думаю, бля, я надеюсь, среди них нету ничего там. Потому что если есть, ну это ББ забейте просто. А где они? Они только что здесь лежали, спали. А, нет, типа проснулись. Я их разбудил, типа. Ну ладно. Ну, что ж поделать? Нехуй спать, блядь, что я могу сказать, блядь. Я видел только что они здесь спали, сейчас их здесь нету. Мы как раз поднимаемся прямо к ним. Пиздец здесь. Бля, я сюда не очень хочу. А вдруг там сейчас эти, оп, и все. И ББ. Чем видишь, они сразу исчезли. Это бред. Давай. А он сидит. Так, ребят, продолжаем, потому что вами закончилось на диске, собственно, и перекинул чуть на другой. Ну ладно, продолжаем.
Ой, нельзя было, да, на него? Агрится, ну ладно. Отстань от меня, отстань! Блять, тварь, отъебись от меня, пожалуйста. Побежали отсюда, побежали. Блять, дай забраться-то нахуй. Серьезно, мне нужно его победить. Реально. Но я сейчас не вынесу эту хуйню. Пиздец, прикинь. Нужно было. Он просто нас шел, нужно было не трогать, ну ладно. Нужно было просто мимо него пройти и все. Ну теперь можем хотя бы все посмотреть. Ну, классно сделали. Мы прозрабы. Спасибо, блять. Спасибо. В чем подняться, я в этот момент не мог, ребят, реально. Просто не мог. А, да. А здесь я помню раньше, что здесь кто-то сидел, хавал. Я помню. Ну, в сюжетке, помните? Здесь сидел, хавал. Тогда. Здесь вот такой проход сюда еще. Давай что, зарядим, собственно, да? А здесь ничего не полутаешь особо. Здесь нечего лутать. Нечего лутать. А раньше, а вот этот где? Вот этот был закрыт и стоял вроде. Хотя нужен был пароль. Вроде как. По крайней мере, как я помню. Те самые ячейки, ребят. Помните, те самые ячейки сюжетки. Да вот прикольно, если это вообще 2033 редукс, да, нахуй. Вроде бы как, хотя да, как будто бы, да. Видишь, нам дают по локации походить, в принципе. Ну, вроде здесь все, больше ничего такого нету. И что, здесь больше ничего нету, алло. Все, что ли, идти дальше? Вот смотри, видишь, не всегда дает забраться. Вот локация. Ты понимаешь, нам показывают, как Артём выбрался отсюда или что? Ну, типа, как Артём отсюда выбрался, реально показывает. Либо если... А, это открывает дверь, смотри. А где мощь? А, нихуя. Но эта тема не берется. Ну, вроде как, кстати, все. Самое интересное. Пошли отдадим эти предметы. Ну вот сюда можем спуститься. То есть три локации всего. Библиотека сама, подземелье библиотеки. И вот это. И эта тема, которая. Блять, что? Да, я проходил там. Я там проходил вообще-то, если что. Так, это можно снять еще сразу же. Так, этого нам осталось там сколько всего собрать? Два предмета. Два, блядь, предмета, прикинь. Светофор и карта метро 2. Я думаю, мы нашли все основное. Вот эти два надо на улице искать. Удачи, скорее всего. Сталкер. Поэтому я думаю, вместо вот этого, давай-то вот это возьмем. Ну, по рукам. Ну, по рукам, блядь. По рукам, блядь. 34 на стою, да?
Ну фильтр у нас с тобой на 10 есть еще вроде как. Подожди, падриков у нас тоже хватает, все, все нормально. Чики-бомбони. 6 патронов осталось. Вот так сделаем, наверное. Отлично. И возьмем две такие. Все. На все, что хватило с костюмом. Здоров. Сохраняемся и погнали. Еще два искать этих. Две эти темы искать. Поехали. У нас осталось с тобой два предмета всего лишь. Два. Рад новой встрече. Карта метро 2 и светофор. Светофор, я думаю, где-то... Конечно, нам скорее сейчас специально... Ну, мы специально нашли все основное, нам дали сейчас, ну, патрон на вот этот именно костюм, на радиации, который от радиации. И все. А, стой, подожди. Привет. Здорово, дай-ка я вот это продам тебе. Мне особо оно не нужно. Вместо этого куплю хотя бы вот одну такую. Пусть будет. А все? Все, ты больше... А, вот за 3 еще продают мины. Ну да, вот эти еще-то я куплю. Так будет правильно, наверное. Могу сохраниться? Удачи. Ой, ну ладно. Теперь поехали. Карта метро нужно 2 найти, да, нам. И, собственно, светофор. Я должна где их искать, скорее всего. Блять, ну ты серьезно? Вот сюда надо, скорее всего, идти. Надо, скорее всего, не вот сюда вниз, а вон туда наверх идти. Поищем там сейчас, если там нету, ну тогда хуй его знает сейчас. Вот что ты, ну, все хорошо, мужик. Вот смотри. Давай смотреть, можем ли сейчас ходить по улице нормально, спокойно вообще? Откуда-то мы тут пришли. Во, можем ходить теперь по улице нормально. В костюме, все, заебись. Светофоры нашел. Я ж тебе говорю. Я ж тебе говорю. А карта метро. Где можно идти? Я даже не знаю. В библиотеке, скорее всего. Да. Скорее всего, в библиотеке. Поэтому туда и погнали. Хотя... Ну, здесь нет этого ничего. Она или будет висеть... Или хуй его знает. Либо где-то здесь, хуй его знает. Да ебать, иди отсюда нахуй. Видишь, спокойно можно кто-то теперь ходить здесь. Это сделано специально, так понимаю. Ну, карта метро, скорее всего, находится... Опа, это что, блядь? А, это подвал. Ну, тоже здесь его навряд ли есть, вот здесь. Здесь нету. Не понял. Не понял. Ну ладно. Пошли тогда привычным нам образом. Вот тут. Не туда.
В библиотеке, скорее всего, находится в библиотеке, я уверен в этом. Что, скорее всего, она там находится. По крайней мере, мне так кажется. И причем там, где демон летает, скорее всего, да. Я почему-то в этом прям, блядь, уверен. Сейчас то, что мы, видишь, не облутали. Ну шо, готов? Просто летать будет или что? Или он прям нападать будет у нас? Пока он просто, видишь, летает. А, ну все. Где-то здесь, скорее всего, лежит она. Это карта. Скорее всего, где-то здесь она лежит. Причем прям вот здесь, наверное, даже. Я правильно мыслю? Или нет? Правильно мыслю? Правильно направление иду или нет, блядь? Блять. Может, нам туда нужно и подняться, кстати. Нет, то нам не нужно подниматься. Появно. Так, хорошо. Там навряд ли где-то, потому что туда я даже, вот смотри, пройти так не могу особо. Видишь? Туда даже пройти не могу. Поэтому навряд ли там. Просто стоять нужно или что? Но он, смотри, просто летает, видишь? Он нихуя не делает, просто летает. Либо его надо ёбнуть. Сука, ебаная, отстань! Ну, я так и знал, блядь. Вставай. Хорошо, блядь, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому, тварь. Ну, ББ ему все. С него карты нет никакой. 12 этих есть, нихуя себе. Так, где карта может быть? Вот это очень интересно, знаете, где карточка может быть? Скорее всего, где-то здесь, потому что мы здесь не лутали особо с тобой. Я прям уверен, что она где-то здесь, либо где-то на улице. Но мне кажется, что она где-то здесь должна быть. По крайней мере. Хотя он там может быть тоже. Тогда пошли посмотрим. Я просто не хочу идти к этим опять библиотекарям, потому что они прям душные, реально. Они, ребята, душные. Прям, ну, реально душные. Даже не могли спрятать эту карту. Это очень интересно, куда они могли ее спрятать. Туда, что ли, куда-то, хуй его знает. Ну, здесь ничего такого нет, самое интересное. Прям видишь, первый раз он просто пролетел, посмотрел, а потом начал нападать. Бля, ну если здесь нету, то я тогда, блядь, не знаю, где реально. Я просто не хочу сейчас в интернете пока смотреть, что такое. Потому что не вижу в этом пока смысла смотреть что-то там кого-то, бля, куда-то. Туда не пройдешь. Можем, в принципе, пробежать. Погнали, пробежим здесь все быстренько. Где-то здесь, но может быть. Все может быть.
Бля, ну просто самое ебаное будет, знаешь, что нам нужно будет ее везде искать. Это будет вообще трэш. Хотя я здесь вроде бегал, да? Да, вроде здесь я бегал. Ничего такого. Здесь светофор у нас был. Здесь светофор был. Так, где может быть у нас с тобой... А, вот мы спустились куда-то, видишь, вот. Так, поехали. Или я не туда иду, подожди. Не туда иду? Не, туда иду, все правильно. Все правильно. Скаемся вниз же. Либо где-то здесь она. Вот, либо она где-то здесь. Либо я даже хер его знает где. Здесь вроде нигде ничего такого нету. А, вот. Все. Смотри, хочешь прикол покажу? Тварь. Ой, все, я понял где. Я понял, куда нам бежать, ребят, нужно. Поняли тоже, да, куда бежать? Че у нас с тобой? Зажигательно, дай. Так, бля, вот такая подлянка, прикинь. Ты видел подлянку, какую сделали они? Ой, блядь. Разработчики. Мы с тобой прошли в любом случае, это уже прошли. Так, костюмы взяли? Взяли. Погнали, я знаю, где взять. Пошли сразу заберем это все дело. И стафор, и, блядь, как раз сразу же это нахуй. Да иди ты нахуй, мне нет на тебя дел. Блять, ну это что за пиздец, блять? Вот разработчики, у вас все хорошо? Ну скажи, у вас все хорошо или как? Или, ну, я не знаю, блять. Как вот эту хуйню объяснять? Вы собираетесь. Так, светофор у нас с тобой здесь. Поехали. Раз. А этот у нас с тобой вот здесь. Папка такая. Я только как его ебашить, я хуй его знает, честно даже. Все, покедово, блядь. Все, отсосал. Моментально отсосал. Блядь, упал. Бля. Все, заспидранился. Себе, блядь, что? Зачем себе? Ну, в плане вот этот момент. Видишь, можно было просто пробежать и все. И тогда все будет хорошо. Вот так. Не знаю, к чему это вообще все, но ладно, пусть будет. И сейчас, смотри, тут надо будет сражаться с ними, да? Бля, буду смотреть. Естественно, ёпта, давай. Сосёшь, ёпта. Всё, собственно, ребятки. С меня... Хватит. Так, давай я тебе продам туда. Чё там? А, нихуя не стоит, можешь сказать? И куплю всякую. Идёт. Ну что, ёпта, мужик. Забирай. Невероятно. Поразительно. Карта секретного метро. У меня просто слов нет. Это потрясающе. Да. Великолепно. Просто великолепно. Тебе определенно стоит сообщить об этой находке лично начальнику станции. Думаю, у него будет для тебя новое задание. А где мне начальник? Доброй охоты. А где мне его найти?
Ну все, я прошел. Будь здоров. Пойти уровень к шатрии. К шатрии. Все, да, мы прошли. Вот такая была DLC-шка, собственно, да? Да уж. Но здесь чистый фарм. Видишь, здесь чисто надо бегать, искать, тум фармить и тому подобное. Но, в принципе, ничего сложного нету. Грубо говоря, за 3 серийки мы с вами это сделали. В принципе, вот такая серийка была. Увидимся в следующих сериях. Будем продолжать проходить DLC. Давайте.